То есть тяжелая такая получилась игра. Почему? Наверное, эмоционально не хватило чуть-чуть у нас. После крыльев, после такой игры эмоциональный выплеск был тяжелый. Плюс выездная игра с Липецком тяжелая была. Старались выиграть, так получилось. Вот ты в команде так высокого сезона Локомотив, для Тамбова, в принципе, неудобный соперник, не так надеется победителем только на кубок. Не так это преодолело эту команду? Да нет, мы об этом не думали. Для нас сейчас как бы все игры тяжелые, надо каждую игру выигрывать. Вот. Так сложилось просто. В конце матча ты уже перешел играть в нападение, который сыграл 7 минут. Была вера, что с Молотом сравнишь? Ну, конечно. Вера всегда остается. Надежда умирает последняя. Хотели отыграться, хотели выиграть. Получилось только отыграться.